gotta get a little higher. Maybe we gotta hit that fire. Smoking, never look back. Всем огромный привет, с вами Маша, добро пожаловать на мой канал Аверчена на YouTube. Сегодня продолжаем шоппинг-влог, сегодня будет вторая часть из магазинов среднего ценового сегмента или сегмента премиум. Я надеюсь, это видео будет вам интересно. Я постараюсь найти какие-то более или менее интересные образы, потому что в магазинах среднего ценового сегмента, сегмента премиум, в принципе, сложно найти какие-то трендовые вещи. В основном там идет хорошая база. Я все-таки попробую найти какие-то интересные образы для вас, подобрать что-то трендовое, что-то модненькое сегодня. Итак, пойдем вместе со мной. Итак, традиционно пробегусь, что на мне сегодня. Новый жакет Mango, обычные джинсы Zara, новые кроссовки Chloe, сумка Patrizia Pepe и худи Rue de Femme. Для первого образа я выбрала вот такой джемпер от Calvin Klein в бордово-голубом цвете. Он стоит 100 евро. По составу это 70% хлопок, 30% шерсть. Далее вот такие вот клетчатые брюки, даже с небольшими такими бежевыми лампасами. От бренда Someday. Стоят они 90 евро, я их взяла в 38 размере. По составу они 64% полиэстер, 3-4 вискоза и 2 эластан. Еще одна вещь, вот такое вот темно-синее пальто от бренда Tommy Hilfiger. Даже инициалы на рукаве есть, если вы видите. Это пальто ниже колена, оно идет на подкладке, что мне в нем понравилось. Вы можете ее спокойно отстегнуть. Пальто это стоит 300 евро. По составу подкладка состоит из 100% полиэстера. Само пальто 64% полиэстер, 34% шерсть. Сначала покажу без пальто, просто джемпер и брюки, чтобы вы видели, какой примерно длины они и как сидят на мне. Брюки в 38 размере. Ну, я, в принципе, думаю, можно было взять на размер поменьше. Сейчас полный образ в пальто. Я сюда добавила свои кроссовки Chloe и мою сумку Patrizia Pepe. Мне кажется, они в этот образ вписались идеально. Из трендов здесь, безусловно, длина миди, точнее, даже пальто ниже колена, оно сейчас актуально. Безусловно, клетка и, скажем так, логомания. Для следующего образа я меряю тренч от Tommy Hilfiger за 300 евро. Тренч с необычной вставкой клетчатый. Это, конечно же, 100% хлопок. И вот такое черное платье от бренда Hugo Boss. Стоило оно 300 евро. Посмотрим, как образ получился в целом. Безусловно, из трендов здесь, конечно же, присутствует тренч. Точнее, даже необычный тренч. Вот с этой вот клетчатой вставкой впереди. Сейчас покажу, как он выглядит примерно сзади. Также мне понравились рукава. То, что на них такие, скажем, банты, которые завязываются. Что-то оригинальное. Хороший цвет, универсальный, подойдет ко всему. И мне нравится, как сочетается этот тренч с моими кроссовками и с платьем. Опять же, из трендов цветы, но цветы уже на темном фоне, на каком-то черном фоне. И более крупные цветы. Для следующего образа я взяла опять же черную кожаную куртку, точнее в данном случае кожзаменитель от Tommy Hilfiger. Сейчас она стоит 170 евро, на нее скидка. По составу она 59% полиуретан, 35% полиэстер, 5% хлопок и 1% других материалов. Куртку меряю опять с тем же платьем от Hugo Boss. Куртка очень понравилась, к сожалению, был только черный цвет. Я бы не отказалась ее купить в каком-то синем цвете, или может даже голубом, или бордовом. Из трендов кожа, она безусловно остается все еще актуальной в осенне-зимнем сезоне 18-19. Далее продолжаем примерку вещей. Вот такая вот юбка мини за 50 евро в 38 размере. Она состоит из 55% полиэстера, 30% шерсти, 15% полиакрила. Худи за 30 евро сейчас стоил 46 от бренда Jakes, кажется. По составу 50% хлопок, 50% полиэстер.
Далее, вот такая вот красивая шуба из искусственного меха за 80 евро, тоже от бренда Jakes. К сожалению, размера меньше не было, я ее взяла в 42 размере. И по составу это 100% полиэстер, естественно. Сейчас покажу без шубы пока образ. Такая вот короткая юбка мини. Как вы знаете, это тренд предстоящего сезона. И, в общем-то, клетка, даже такая гусиная лапка, тоже является актуальной в этом сезоне. Шуба очень мягкая и приятная на ощупь. Я, кстати, советую вам присмотреться к ней. Качество действительно достойное, несмотря на невысокую цену. Сумка в данном случае от Cochinelli, стоит она 500 евро. Есть такие же модели меньше размера, хотя шуба 42 размера, но она не выглядит такой массивной. Если бы я ее взяла в 36 размере, она бы так, конечно, не смотрелась. Советую от 38, даже может 40 размера покупать. Я бы, наверное, взяла все-таки в 40, было бы идеально. На ноги вы можете также надеть какие-то сапоги или, может быть, какие-то массивные кроссовки. Естественно, длина юбки зависит от вас. Я, например, длину мини не люблю. Мне нравится миди или макси, поэтому все на ваше усмотрение. Далее по мере вот такое вот платье. Тоже от бренда Jakes. 50 евро. По составу это 100% вискоза. И вот такая вот ветровка тоже от этого бренда Jakes. Я ее взяла в 36 размере, сейчас она стоит 40 евро. По составу это 100% полиэстер. Мне чем-то напомнило это платье, из магазина Zara, если вы помните, в таком темно-зеленом цвете. Ой, я случайно ошиблась с размером. В общем-то, платье я взяла в 34 размере, сидит очень плотно. Если будете заказывать, на мой 36, в принципе, 36 подойдет оптимально. Сейчас покажу образ с ветровкой. Я знаю, что не все одобряют такой образ, и не все любят ветровки комбинировать с какими-то платьями или юбками, и тем более такими вот, скажем, классическими сумками, но мне кажется, образ такой получился спокойный и повседневный. И из трендов здесь, безусловно, ветровка и, конечно же, бордовый цвет. В последнем шестом образе я поменяла только верхнюю одежду, ветровку на шубу. Мне кажется, смотрится намного интересней. Платье очень хорошо сочетается с шубой. В качестве обуви можно также оставить кроссовки, либо я взяла какие-то высокие сапоги, которые будут уходить под платье. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. Все ссылочки будут внизу в описании. Спасибо и пока.